Ребята, всем привет! Вот решил сделать себе новый крепкий кожаный кошелек. Для этого мне потребуется немножко кожи, краски, пара молний и, конечно, немного времени и сил. Кошелек планируется носить в заднем кармане брюк. Для безопасности я оснастил его кожаным шнурком с карабином. Thank you.
Thank you.
Ребята, если фильм понравился, жмем палец вверх. Если важна сама тема, то лучше подписаться, чтобы ее не потерять. Спасибо за внимание и до новых встреч.